Всем большой привет! С вами Виталий Декабрев, и я хочу вам сейчас показать, как выглядит теплица, конец мая. Она уже полностью готова к работе. Верх затянут белым нетканым укрывным материалом. Все высажено, все подвязано. Это перчики. Многие перцы уже начали завязываться, все цветут, чувствуют себя великолепно. Жарковато, конечно, но тем не менее. Вот на этой грядке соседствуют перцы, редис и шпинат. Какая красота, зелень. Вот пару огурчиков посадил посередине грядки. Хочу их пустить поверху теплицы, поскольку объем позволяет. Вот она какая большущая. И вот посмотрим, что из этого получится. Ну а здесь томаты, которые тоже уже цветут. Надеюсь, скоро будут отлично завязываться. А если не будут завязываться, куплю какой-нибудь препарат, бутон или томатон, и заставлю их завязаться. Вот тут в уголочке высаженный в кашпо баклажан декоративный, который красного цвета. Посмотрим, никогда не сажал такой. Ну вот, собственно, и все. Все хорошо, все растет. Конец мая. Желаю вам богатых урожаев и здоровья, конечно же. Пока!